Ну что, ну давай сыграем. Поглядим, что у нас тут интересного происходит. Что, вроде готов, все дела сделал. 100 человек. Да, никто даже не ливнул. А, это, блин, во, это опять этот чел. Блин, я думаю, что-то знакомый ник. Чупила. Знакомый, да. Блин. Знакомый. Чумасил, молодцы. А, ну это другой начался. А, Пикадо. Пикадор есть тоже. Ну, я в другую сторону полечу, как обычно. Так обычно. Мы с этим пивом уже играли, я думаю. Не помню, правда, как мы там что было у нас уже, да? Несколько дней назад играли. Так что я полечу. Машинка, отлично. Не буду вставать фигню, не буду этот, дальше лететь. Увидел машину, сразу забираем. Мало ли. Вдруг будет так, что ни одной машины дальше не будет. Так, тут на углу может быть аэропланчик. Самолетик. Так, ну что, так не самолет у нас. Опять, о, вот это замечательно, обожаю. Обожаю. То есть, в прошлый раз тот был Порто Парайзе, воды там просто, блин, дофига было. Тут летали топ в воде. Тут, блин, тоже воды много. Так что играем, как обычно. Нормально. Сейга. Блин, последний раз с Сейгой играл, наверное, когда вот мы две подряд выиграли победу. Это на тот челлендж был. Типа, какое оружие находим первое. Ну, не считая пистолета. С таким и бегаем. Так, прицел надо забрать обязательно. Сайга с прицелом X3, по-моему, нормально тема, да? Так, что там, аэропланчик-то есть у нас? Нету. Аэроплана нет, это плохо. Ладно. Найдем по пути. У импалы бывает стоит и дальше там. Блин, лучше скар возьму нафиг. Блин, наконец-то нашел. Наконец-то нашел, этого нет. Ну ладно. Глушитель. Тоже неплохо. Сразу. Так, будем лутать или не будем лутать эти места? Надо подумать. Стропана-то нету, потом на машине фигачить. Далековато будет с зоной. Зона здесь
будет быстрее идти. Что далеко. Потому что далеко. Я вот с Хигас хочу попасть, там повоевать, поэтому. Блин, можно мне. Ладно, машину не заварить тут. Неужели с эмкой будем бегать? Ё-моё. Ну, в смысле, с этой, с 5,56 патрончиками, со скаром. Так, бинты надо взять. Возможно, за зоной будем фигачить. Аптека, да, была? Блин, сколько, четвертый или пятый уже канистр? Что так много? Блин, а можно оружие? Калаш, там СПС, что-нибудь, нет? Что-то бред какой-то. Первый раз такое, что не находим на семерках оружие никакое. Это реально. Опять канистра. Да. И, это, короче, 6 или 7 канистр, походу. Что за троллинг? Да, и, к сожалению, скар только. Так, броня есть, шевер есть. Мы теперь в пеке. Поехали, в общем, искать самолет. У нас трава полетит. Опять же, не закинчишь, как я играю в этом. Если я там 2-3 кила сделал, то достаточно будет. Много нам не надо. Так, самолет летит, кстати. Так, есть аэроплан, вижу, прилет сюда торчат. Есть аэроплан, отлично. Вулканист у нас есть. Замечательно. Несколько раз удобно вот здесь спускаться с горки. Но очень удобно. Очень удобно, нравится. Резко вниз и все нормально. Просто вот скидка слетим.
Так, посвети еще тут. Вон еще один аэропланчик есть. Наш что-то на пикады сидит, понять не могу. Ждет игроков или что? Результат не вот и будет. Да ладно. Так, ну как обычно, летим вот в эти домики по УТН, там потом посмотрим. Может, конечно, сразу в самую вот сюда, но не хочу, не люблю я такие же места. И вообще здесь по УТА, и потом и летим, потому что на этот успех, если здесь зона еще будет снег, то уже какой-нибудь какой-то блок дома, например. Где мы вчера были? Блин, я же забыл, какие дома там вчера были. Около Слеона сегодня, да, где-то? Красная зона где-то. А, ну да, вот у Слеона с бомбит. Кстати, ни разу не замечал, что ботов красная зона убивала. Реально. Если с воду выпасть на аэроплане, он же взорвется, просто замедлится, может даже он получит что-то в лапу. Так, отлично. Мне прям нравится. Сейчас я здесь развернусь. Не забудь, у меня скар. Что меня уже напрягает. Дайте что-нибудь нормальное. Так, ну канистру, наверное, еще одну не надо. Опа, это что, лаг был, что ли? Нажал, у меня с задержкой перелезла. Прикольно. Блин, а что это нормально? Это оружие есть вообще, нет? Так, ладно, бинтов больше не надо. Че у нас вообще на семерках ничего не было? Че за сервер такой интересный? Бред какой-то. Мало то, что на семерках ничего нет, только семерок нету. То есть даже пуль нету, нигде не валяется. Блин, странно вообще, что за сервак, прям. Привет какой-то, ладно, берем. Блин, я даже не знаю, мне скар даже неохота брать из-за этого. Хоть airdrop иди лутай. Блин, это несерьезно, вообще нету ни семерок, ни пули, ни этот. Что за семерок?
Я такой. Так, а лодки нет? Я бы на лодке проплыл. Блин. Пойти ли к следующему тогда что делать? Бота догонит, съесть. Ну это не дело, блин, с каром бегать, конечно. Бред какой-то. Да, что там? Блин, ну это... Смешно, где оружие? Пипец, это сервак такой, что тут за бред? Просто нет оружия, нет ни семерок, ни оружия, ни семерок. Пулемет берем, что могу сказать. Офигеть, а у него был пулемет? Офигеть. В этой хрени был пулемет. Мог с пулеметом захерачить. Вот за что опять зацепился? Вот за это дерево, что ли? Ладно, понял. Нас хочет сюда, значит я поеду. С той стороны. Так, а нашему не надо это? Не знаю, раплан туда послать, нет?
Так. Есть кто живой? А, я, кстати, глушитель выкинул, получается. Точно, у меня глушитель на тебе нет. Алло, где кто-нибудь? Сейчас за зоны сдохну. Просто толпа целая, наверное. Показалось, что ли? Наш на лодке плывет. Такой камень, ни стрельбы, ничего. То есть наш просто там за зоны сдох, ну, в смысле, эти. Или что? Хоть кто-нибудь. Пальнул. Че, неужели был один только был тут? На острове, который я убил, все. Да, отсюда ни хера не видно. Конечно.
Наш бегает. Четыре еще. Ну, блин, там кто-то плавал. На кучу сходить, найти такого луна. Это в домах, что ли, застрял. Луна, мне кажется, не знаю, может это он поднялся и бежал, я фиг его знаю. Остался один. Во. Так, ты трое плавал, стоп, в воде. Нормально. Просто плавал в воде. Бывает что. Блин. Шок просто. За всю игру ни одного патрона на этот сам не нашли. Это шок просто шок. Ни одного патрона на семерки не нашли. Это что за стройки сервера? Жесть.